Всем привет, с вами Полли. Мы продолжаем тему обзора посещаемости фотостоков. Если тема фотостоков для вас интересна, эта информация принесет вам какую-то пользу в работе, не забудьте подписаться на мой канал. Сегодня я вам опять расскажу, сколько людей и из каких преимущественно стран посетили три известных фотостока, крупных, известных, на которых работают многие фотостокеры, и возможно, что на них работаете вы. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Бигсток Фото, 123 РФ и Гетти. На Бигсток Фото был большой спад посещаемости в июле на 10,34%. Общее количество визитов 1 200 000, процент отказов почти 62%, 2-3 страницы за визит, средняя продолжительность визита больше 2 минут. По странам: Россия 17,5%, США 17,13%, Германия 6,5%, Индонезия 5,17%, Украина 4,5%. Сравним с посещаемостью в июне: США 16,75%, Россия 16,66%, Украина 5,5%, Индонезия 4,5%, Германия 4,38%. Мы видим, что страны поменялись в топе, тем не менее страны остались все те же самые. Вот и, конечно, очень большой спад посещаемости, но, возможно, это связано с отпуском. Будем наблюдать за Бигсток Фото в следующие месяцы. На 123 РФ тоже был спад посещаемости на 6,41%. Общее количество визитов 18 200 000, процент отказов 55,76%, 2-3 страницы за визит, средняя продолжительность визита около 2 минут. По странам: США 13,93%, Германия 5,5%, Мексика 5,18%, Индия 4,5%, Франция 4,33%. Сравним с посещаемостью в июне: США 13,16%, Мексика 5,81%, Германия 5%, Франция 5%, Индия 4,21%. Германия и Мексика поменялись местами, и Франция, и Индия. Но спад посещаемости не сильно большой. Я думаю, что на 123 РФ все относительно стабильно. Зато на Гетти был довольно значительный рост посещаемости на 10,14%. Общее количество визитов 19 900 000, процент отказов 48, почти 49%, 5 страниц за визит, средняя продолжительность визита 3,5 минуты. По странам: США почти 51%, Россия 5,91%, Польша 2,22%, Германия 2%, Великобритания 1,9%. Сравним с посещаемостью в июне: США 52,75%, Россия 5,62%, Таиланд почти 2%, Великобритания 1,85%, Польша 1,83%. Вместо Таиланда мы видим Германию в топе стран. И в целом на Гетти особых изменений никаких нет, кроме того, что у них рост посещаемости, за них можно порадоваться. Я думаю, что на Гетти все хорошо и стабильно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этих фотостопов, работаете ли вы с ними и насколько успешно. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!